Ортодоксальные каноны, покрыты плесенью времен, не чтутся в строгости законы, понятий смысл искажен. Медведь хозяин, дом тюрьма, уже давно избита фраза. В стране бардак и кутерьма, коснулась это и Кавказа. Там в горных местностях когда-то рождались честью гордецы, идеи крест несли где свято, по жизни горцы храбрецы. Вахоп Атийский из таких, словно блюститель воровского, в благах непорченный мирских, законник времени другого. В 29-м появился в портовом городе Вахтанг, Патийским позже окрестился, заняв преступный высший ранг. В семью вошел после войны вместе с Гурамом Лашкарава. Теперь той нет уже страны, что называлась сверхдержава. С Кагалом, вором Сухарем, на Делюгу втроем канали. В поте году в 48-м в капкан легавые загнали. Менты Гурама застрелили, а Дарцмелидзе убежал. Кагала вовсе отпустили, суки арест не угрожал. Вендетта и галстук колумбийский Кагалу позже послужил. Наказан был поступок низкий, где урка голову сложил. В Сухуми сцапали Вахтанга спустя 2 месяца всего. Будто стреножили мустанга, сняв седока с седла его. 2 пасхи дали для начала жулику в поте за бакланку. И за забор судьба помчала в станок ГУЛАГа на огранку. Международный женский день в 50-м отзвонил. То еще первая ступень в пути, где Бог лишь не винил. Сам Трецкий суд уже под осень указ к жульману применил. Пятак влепил в решетку весен и урка в лагерь попылил. Амнуха Берии шла в цвет, и Ваху вышел в 503-м. А в сентябре снова браслет, и понеслось все лихолетием. Год от Верховного суда ждал Дарцмелидзе приговора. 15-ка выпала тогда, за бандитизм был срок для вора. Так покатила колея по пересылкам, лагерям. Судьба злодейка, как змея, вела по бритвенным краям. Пятак с раскрутки в 35 Вахтанг в Тбилиси получает. И время вновь несется вспять, в коме этапом убывает. Из резбольницы на Кавказе вор прикатил усть-выем спецлес, где, как в одной козырной фразе, у фунта лиха знают вес. Режим тюремный на 3 года дал Дарцмелидзе княж Погосский. Коми сменилась природа, шел на Владимир в замок жесткий. В 70-м возвернулся в Весляну после Боровой. В рябом бушлате не согнулся, срок добивать уплыл домой. Характер свой, авторитет Вахтанг повсюду проявил. Не против чая сигарет, за ширку не благоволил. Как-то в одной командировке, еще в застойные года, в грузинской теплой обстановке была отрава завсегда. Вахо здесь запротестовал, щенки, чесотки вы, не воры. Лекарство банку расхлестал, сменила драка разговоры. 8 душ урку избивали, земляк выхаживал Вахтанга. Последствий не осознавали в плену под кайфом бумеранга. На резбольницу подлататься ушел оттуда Дарцмелидзе, что стало поводом собраться в робе отцам святым Невризи. Дав по ушам всем 8 расход коснулся Гамцемлидзе. На Русь этап был непростым. Простил Реваза Дарцмелидзе. Еще не раз судьбы вершились в 80-е года. С 10 душ им тормозились, под кем и почва не тверда. В Тобольск накрытую этапом ушел вор перед перестройкой. Прибрать страну хотели к лапам, торговлей статусами бойкой. На Архару срок добивать он в Выяжозеро пришел. Успел повсюду побывать и чистоты нес ореол. Интриги смутных 90-х в семью вносили коррективы. Несли в общак вклад за бескостных, а те меняли нормативы. В Москве осел адепт закона после скитаний по острогам. Как непреклонности икона, вор не метался по чертогам. Болезнь свела в 67, Вахтанг был в поте похоронен. Не признавал он серых схем, и смутый очень недоволен. Светлая память, Чистоган, ты будешь вечно чтим за совесть. И пусть вокруг нас балаган, души коснется в рифмах повесть.